главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Проект закона об окружном бюджете на трехлетний период направлен главой региона в окружной парламент и счетную палату. В 9 образовательных учреждениях округа частично приостановлен учебный процесс из-за превышения порога сезонных заболеваний COVID-19. Какие налоговые льготы предусмотрены для лиц предпенсионного возраста, расскажем сегодня. Губернатор Ненецкого округа побывал на месте утечки нефтесодержащей жидкости на реке Колва в районе Харьягинского месторождения. Вместе с главой региона на Харьяге побывали представители профильных ведомств и природоохранных организаций. Репортаж с места событий смотрите в нашем эфире 22 октября. На 7 часов утра 21 октября в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 189 человек из аварийно-спасательных формирований. Продолжаются работы по распылению сорбентов и сбору нефтесодержащей жидкости. Сейчас в районе ЧС продолжаются работы по установке 6-го бонового рубежа на реке Колва. Ожидается завоз дополнительных заградительных и сорбирующих бонов. Проект закона об окружном бюджете на 2021 год и плановый период внесен губернатором Ненецкого округа в региональный парламент. Документацию председателю окружного собрания депутатов Александру Лутавинову передал первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов. Вносим проект бюджета на 2021 год. По нашему закону сегодня у нас вносится в электронном виде и частично на бумажном носителе. Как отметил спикер регионального парламента, окружной бюджет принимается на 3 года с учетом дополнительного соглашения к договору между Ненецким автономным округом и Архангельской областью о разграничении полномочий. Этим соглашением действие договора пролонгировано до 2025 года. Предварительно бюджет был рассмотрен с главными распорядителями бюджетных средств на бюджетной комиссии. Поэтому основные цифры и параметры были уже в так называемом нулевом чтении подробно обсуждены. Сразу хочу сказать о том, что все те вопросы, которые касаются основных целей и задач нашего бюджета, а именно вопросы здравоохранения, образования, жилищного строительства, сохранения социальных льгот максимально учтены в данном бюджете. В соответствии с бюджетным законодательством окружной бюджет одновременно вносится и в счетную палату Ненецкого округа. Сейчас в течение 12 дней мы должны будем проанализировать доходы бюджета, расходы бюджета по главным распределителям бюджетных средств и подготовить соответствующее заключение на бюджет и предоставить это заключение в собрание депутатов. 21 октября на Палате законодательных предложений проект был принят к рассмотрению. Расходные обязательства главных распорядителей бюджетных средств будут рассматриваться в профильных комиссиях собрания депутатов. Это комиссии по социальной политике, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования, а также по вопросам образования, культуры и спорта. Окончательную точку поставит комиссия по экономической политике и бюджету. Бюджетная комиссия, она остается в этом смысле ответственным за окончательное принятие бюджета, поэтому все те вопросы, которые будут обсуждены на профильных комиссиях, они соединятся в конечном итоге и будут приняты окончательные решения, повторяю, на бюджетной комиссии. На 5 ноября запланировано заседание комиссии по экономической политике и бюджету по рассмотрению доходной части бюджета. С 6 по 15 ноября состоятся заседания остальных профильных комиссий, собрания по рассмотрению расходной части бюджета. На 18 ноября запланированы депутатские слушания. Это у нас новелла в соответствии с изменением в бюджетном процессе. С этого года мы будем проводить депутатские слушания, а затем уже будет комитет, комиссия, и 25 ноября должна состояться сессия. Между первым и вторым чтением депутаты рассмотрят поправки, и в окончательном чтении проект окружного бюджета планируется рассмотреть 16 декабря. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».
За прошедшие сутки в Ненецком округе выявлен один случай заболевания COVID-19. Лечение в настоящее время от этой болезни получают 65 жителей региона. 8 из них в стационаре. На самоизоляции на дому находится еще 648 человек. Рекордная с начала пандемии цифра. Ухудшается эпидемиологическая ситуация и по сезонным заболеваниям, в связи с чем приостановлен частичный учебный процесс в 9 образовательных учреждениях округа. Планируется, что до конца октября с дистанционного обучения к очному или после вынужденных досрочных каникул вернутся в образовательные учреждения 2 класса в школе поселка Искателей, 12 классов школы номер 3, учащиеся школы и детский сад в селе Великовисочное, школьники и воспитанники детского сада в селе Тельвиска, класс в Шоинской школе, 2 класса в городской школе номер 2, 1 класс в 4 школе и 2 класса школы имени Антона Пырерки. Учащиеся же школы номер 1 после вынужденных каникул уже приступили к учебе. Частичная приостановка образовательного процесса связана с превышением уровня заболеваемости ОРВИ среди педагогов и учащихся, а в ряде случаев – с выявлением новой коронавирусной инфекции. С 1 октября многофункциональный центр Ненецкого автономного округа возобновил свою работу в штатном режиме без предварительной записи для посетителей. Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в округе, офисы «Мои документы» продолжают работать в обычном режиме. Многофункциональные центры возобновили работу в прежнем режиме с 1 октября. Во время первой волны пандемии COVID-19 прием осуществлялся по предварительной записи и ограниченному перечню услуг. В связи с ограничительными мерами, конечно, у нас произошел спад заявителей, но за 9 месяцев порядка 2020 года, это порядка 60 тысяч у нас обращений было, из них мы оказали 37 тысяч услуг. Это, наверное, процентов на 30 меньше, чем с таким же периодом прошлого года. Не успев отработать полный месяц в штатном режиме в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, МФЦ вынужден с 19 октября перевести на удаленную работу порядка 30% штатной численности сотрудников руководящего состава. Один из работающих в сельском филиале МФЦ старше 60 лет отправлен на самоизоляцию. Если летом мы более-менее справлялись, то наступлением осени, конечно же, количество звонков, количество заявителей кратно увеличилось, и люди, в принципе, не могли записаться на три недели вперед уже. Поэтому было принято решение все-таки с 1 октября перейти на обычный режим. Сейчас, ну, вы видите, сейчас мы как-то стабилизировали обстановку. Первая неделя, вторая неделя октября у нас, конечно, было много народу, практически в два с небольшим раза увеличилось количество заявителей по сравнению с предварительной записью, что приходили. Сейчас немножко стабилизировали обстановку. В помещении МФЦ непрерывно работает регулятор воздуха. Также при входе посетителям обрабатывают руки дезинфицирующим средством и измеряют температуру. В МФЦ действует масочный режим. А для жителей региона 60+, организовано выездное обслуживание. Для граждан старше 60 лет у нас оказывается выездное обслуживание специалистами нашего учреждения. Для того, чтобы специалист нашего отдела подъехал на дом гражданину, необходимо обратиться в наш центр по телефону 219-10 и подать заявление на выезд. Можно по любой услуге гражданам старше 60 лет. В настоящее время вызов специалиста на дом – самая популярная услуга многофункционального центра. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В центре внимания объекты здравоохранения и проблемы обеспечения кадрами медицинских учреждений в населенных пунктах округа. Председатель постоянной комиссии собрания депутатов по социальной политике Анна Булатова с рабочей поездкой побывала в некоторых из них. В поселке Налиминосовая амбулатория. Здание постройки 2011 года. Сравнительно новое, однако сейчас оно не в лучшем состоянии. Требует ремонта, а пока текущая крыша и местами провалившийся пол доставляют неудобства как пациентам, так и поселковым медикам. Проблема у нас сейчас на данный момент – это здание амбулатории. Это просто кошмар. Потому что в 2010-м здание было поставлено, в 2011-м сюда заехали как бы уже работать. Но так как я с 2016 года здесь работаю, здесь уже здание все развалилось. То есть у нас и капает, и потолок у нас обваливается, то есть и полы у нас провалены. У нас проблемы с сантехникой, то есть у нас на данный момент работает только один рабочий туалет, то есть для посетителей. Вот. Ну и везде как бы трещины. Где можем, сами там все подлатаем, залатаем, ну вот нужен ремонт.
Депутат собрания депутатов Ненецкого округа, председатель депутатской комиссии по социальной политике Анна Булатова вместе с главой муниципального образования Большеземельский сельсовет Михаилом Талеевым и представителями Роспотребнадзора проинспектировали учреждения здравоохранения в поселке Нельминос, определили самые острые на сегодняшний день проблемы. Одна из них – отсутствие необходимого количества кадров медицинских работников. Требуется фельдшер, старшая процедурная медсестра, медицинская сестра, врача общей практики и другие. И на данный момент совмещаю все эти должности я, фельдшер. Но сейчас еще к нам приехал педиатр, поэтому детей как бы она сейчас ведет, прием. Проблему кадрового голода на селе в социальных учреждениях не только в сфере здравоохранения подтвердил и глава муниципального образования. Михаил Талеев считает, что специалисты поедут работать в сельскую местность в том случае, если будет решена проблема предоставления для них жилья. Необходимо решить с помощью, так скажем, собрания депутатов округа, за администрации Ненецкого автономного округа, вопросы по здравоохранению. Это в первую очередь значит укомплектование полностью кадров. Значит, на сегодняшний день у нас не хватает фельдшера, не хватает двух медицинских сестер. Также, значит, острая проблема в связи с этим, нету жилья для специалистов. Нужно строить жилье специалистам, как работникам здравоохранения, так также работникам образования, культуры и спорта. Жилья не хватает катастрофически. По словам Михаила Талеева, земельные участки для жилищного строительства на территории муниципального образования есть. Проблемы, конечно, существуют в плане и жилья. Да? Михаил Семенович не раз это отмечал на всех заседаниях о том, что пока не будет жилья на селе, проблему с кадровым обеспечением мы решить не сможем. Сегодняшние ФАПы, не только амбулатории, ФАПы должны, и два года назад мы этот вопрос рассматривали, должны строиться таким образом, чтобы обеспечивали жилье, было помещение для проживания медицинского персонала. Также Анна Булатова и Михаил Талеев отметили необходимость ремонта поселковой амбулатории. Что касается обеспечения медицинского учреждения и населения лекарственными средствами, то в этом плане ситуация стабильная. Проблем с лекарственным обеспечением у нас сейчас нет на данный момент. То, что не хватало, мы дозаказали. Мне буквально недавно это все было отправлено. Сейчас еще вторую заявку сделаю. Это все отправят еще раз, повторно. Дальше, с лекарственным обеспечением льготников у нас тоже проблем нет. Сейчас я вот вышла с отпуска, все я дозаказала еще на 6 месяцев. То есть до октября месяца у меня все было выдано, сейчас на 6 месяцев, еще до марта месяца будет выдано. То есть в конце февраля я буду уже дозаказывать еще на следующие 6 месяцев. Препараты все имеются в наличии, что отмечают фармацевты. По сравнению, конечно, с предыдущими годами, гораздо обеспечение налажено и лучше. Детское питание в Нельминос доставлено в полном объеме на период распутицы на ближайшие 3-4 месяца. Однако его не хватает грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании. И поэтому у меня есть предложение хотя бы в течение, на месяц заказывать по 8, по 10 или хотя бы даже по 12 упаковок смеси, потому что мамам приходится их докупать. Остальным детям, которые на смешанно вскармливают, этого вполне хватает. Еще один населенный пункт в рабочей поездке председателя комиссии по социальной политике окружного собрания депутатов – Андик. Объект здравоохранения, который, по мнению депутата, требует вмешательства со стороны окружной власти – новый фельдшерский здравпункт. Проблема была озвучена Анной Булатовой на октябрьской сессии собрания депутатов. Что не так с этим объектом, рассказала нашей съемочной группе его заведующая, которые неоднократно обращались местные жители, не понимающие, почему для установки объекта выбрали именно этот участок земли. Почему поставили его на территории навозной ямы? Здесь была навозная яма силосная, здесь болото. И получается так, что если уровень воды будет 4 и плюс еще, то значит здесь вся площадь будет затоплена. И поэтому зимой все это, вся территория заносится снегом. Это, и не, никак не подойти, не подъехать. Нету тротуаров, нет дорог, нету подъезда и отъезда. Людям неудобно, потому что население в основном пожилое, дети есть маленькие. И получается так, что неудобно. По словам заведующей, для здравпункта ранее предполагался в деревне Андик другой участок земли, который более подходил для социального объекта. Установки модульного ФАПа отведена территория сгоревшего дома. Она находится намного выше, вон там.
Вызывает пока вопросы и инфраструктурное обеспечение объекта. Опасения у жителей деревни вызывает септик, который установлен на земле, а не под землей. При низкой температуре воздуха это может привести к его замерзанию. Здание полностью будет отапливаться только за счет электричества. Не решен вопрос системы водоснабжения. Под впечатлением от увиденного представитель собрания депутатов Ненецкого округа, которые также обращались местные жители по поводу нового здравпункта. Видим прекрасно с вами, в каком месте находится медицинское учреждение. Добраться до этого медицинского учреждения, вот пройдя даже сейчас, мы люди вот среднего возраста, вызывает просто озабоченность и вопрос, как можно добраться, а как пожилые люди сюда будут добираться. Принимать такой объект нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что у кого-то из жителей деревни Андик вызовет восторг данное учреждение. Не только у меня. Председатель комиссии по социальной политике собрания депутатов Ненецкого округа считает, что все вопросы, возникающие при установке модульных здравпунктов на селе, необходимо контролировать. Уже в ближайшее время региональный парламент инициирует совещание с участием ответственных лиц Заполярного района и окружных ведомств, чтобы незамедлительно разрешить выявленные проблемы. Напомним, в Ненецкий округ в соответствии с мероприятиями регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации национального проекта здравоохранения в сельские населенные пункты региона доставлено 12 модульных зданий для фельдшерских здравпунктов. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север». По налоговому периоду 2019 года федеральным законодательством введены новые льготы для такой категории налогоплательщиков, как граждане предпенсионного возраста. Пенсионная реформа, в соответствии с которой возраст выхода на пенсию для российских граждан увеличился, установила такое понятие, как предпенсионный возраст. В Ненецком округе он начинается для женщин с 50 лет, а для мужчин с 55 лет. Освобождение имеют предпенсионеры по земельному налогу в отношении земельного участка в виде налогового вычета стоимости, кадастровой стоимости 6 соток. И по налогу на имущество в отношении каждого объекта недвижимости следующие категории. Квартира, часть квартиры, комната, объект недвижимости, машина, место и гараж. То есть в отношении каждой категории недвижимости предпенсионер имеет право на получение льготы. Также для этой категории граждан законодательством Ненецкого округа предусмотрено освобождение от налога на такие виды транспортных средств, как легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, катеры, моторные лодки, снегоходы, мотособаки. Данные категории льгот предоставляются без заявительного характера путем межведомственного взаимодействия, то есть информация поступает от регистрирующих органов. Однако в случае, если налогоплательщик увидит в налоговом уведомлении исчисление земельного налога, налога на имущество и транспортного налога, и он считает, что он попадает под льготы, то имеет право написать заявление. Скорее всего, по какой-то причине мы данную категорию льготы для него не установили, то есть не увидели по какой-то иной причине. Значит, такое заявление можно принести лично в налоговую инспекцию, либо обратиться и заполнить его через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Добавлю, заявления на предоставление налоговых льгот за период 2019 года принимаются до конца октября. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.